Слухи о работе над новой приставкой семейства PlayStation появились практически сразу же после выхода PlayStation 3. Например, уход Фила Харрисона, английский Пыл Харрисон, с поста руководителя Шила Рудуиди Студиос в феврале 2008, года позже связали именно с тем, что началось планирование нового цикла работы над следующей приставкой, а сам Харрисон хотел чего-то другого, нового. До анонса возникало мнение, что очередная приставка в семействе PlayStation не будет носить название PlayStation 4. В Японии число 4 считается числом смерти, несчастливым числом. Например, в некоторых домах в Японии нет четвертого этажа, в подарках не должно быть 4 предмета. Из-за этого суеверия в этой стране очень мало продуктов, в названии которых присутствует цифра 4. Поэтому, если новая консоль будет названа PlayStation 4, то это потенциально может отрицательно сказаться на спросе на нее. В играх, название которых содержит цифру 4, например, Final Fantasy 4, Apollo Истече, Ачия Торнеля Мария Порты 4, в Японии подвергаются изменениям, цифру 4 заменяют на слово 4, которое не считается несчастливым. Кстати, в Японии приставка PlayStation 2 называется PlayStation 2, а PlayStation 3 – PlayStation 3.